Сейчас на территории Свердловской области находится глубокая ложбина, потоки воздуха у нас с севера. В период с 21 по 23 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя. Ночью температурный фон 0 плюс 5 градусов, местами заморозки до минус 4. Днем 21 и 22 температура воздуха будет 7-12, а к четвергу воздух днем прогреется до 12-17 градусов. А дальше нас ожидает прохождение холодного фронта. Дневная температура воздуха 24-25 мая будет в пределах 8-13 градусов. О повышении температуры дневной, так и ночной можно будет говорить после 26 мая. Чего ждать примерно? Какие температурные режимы? 26-27 ожидается ночью 6-11 градусов, а днем 15-20.